do butterflies. Oh, yes, of course. Сегодня я снимала вас влог «Мой день на карантине». Я очень долго оттягивала это видео, но все-таки решила его снять, потому что я люблю такие видео, я знаю, что вам заходят влоги. Сейчас я буду делать фейсбилдинг, либо многие ее называют гимнастикой для лица, чтобы подтянуть кожу. И, в общем, мне просто очень нравится, что после этого я чувствую себя более... Я не знаю, какую. Ну, мне просто очень нравится ощущение, поэтому да. Первое, что я делаю, это лимфодренажные подъемы на носочках. То есть я стою на носочке и поднимаюсь 60 раз. Дальше уже упражнение у нас идет на лицо. Сейчас я вам их покажу. Итак, первое, что я делаю, это массаж ушек. Вы можете это увидеть все на видео. Чередую я его вместе с массажем головы. И у меня таких два подхода по 15 секунд. В целом уходит это на все в 1 минуту. Дальше у нас идет вот такое вот поглаживание, но по определенной схеме. По шее мы идем снизу вверх, а когда уже переходим к лицу, мы идем от центра к периферии. Дальше у нас идет пощипывание. Да, может лицо немножко пожечь, но результат будет того стоить. В следующем упражнении мы находим наши костяшки на руках и... в том же движении, в том же духе продолжаем массировать наше лицо. Ну и последнее, это мы просто вот так вот пальчиками хлопаем по нашему лицу спокойно. И да, это все. Сейчас мы переместились на кухню. Утром зарядку я не делала, только сейчас я прохожу марафон Хлоя Тинг. И поэтому тренировка у меня будет чуть-чуть попозже. Я просто сделала вакуум. Ну, сейчас буду делать завтрак. Вот и моя каша, супер вкусная, мои любимые тарелочки с медведем. Еще мне нужно будет выпить вот это железо, просто для поднятия здоровья. Это блаженство. Ладно, я пошла чилить. Увидимся. Я напялила свой худи, очень люблю его. Вообще некуда мне его пока выглядеть, поэтому хожу в нем дома. Вот, надеюсь, скоро закончится этот COVID-19 и все будет окей. Вот, сейчас приведу себя немножко в порядок, я уже почистила зубки, умылась. Может, немножко кремком, потому что сушится кожа, и бровки, наверное, немножко подровняю. Вот такие вот дела. Я из вазы сделала поставку для... камеры. Учитесь, лайфхукеры. Сейчас надо найти какое-нибудь видео на YouTube. Вообще, начала снова смотреть американский YouTube. Очень мне нравится. Я очень вдохновляюсь видео девочек из Америки, там, из Европы. Они серьезно снимают очень атмосферно. Вот, поэтому, да. Мне мама скинула фотки. У меня мама сейчас распечатывает картиночки. Я хочу поменять картинки в своих рамках. Ну так вот, о чем я? Сейчас я буду смотреть видео. Сейчас я могу сказать девочку. Все вдруг интересно. Да. Кому я это вообще все показываю? Моим игрушкам? Я не знаю. Все, я готова. Почти ничего не изменилось, я знаю. Сейчас мне нужно идти учить уроки. Я не знаю, как я себя заставлю, но нам нужно это сделать, потому что скоро экзамены. Я в 9 классе, мне скоро сдавать экзамены. На самом деле, я вообще не понимаю, чему мы будем сдавать. Будем дополнительно сдавать или нет? Будем сдавать вообще? Будем сдавать или нет? Я вообще не понимаю. Потому что, знаете, на подсознательном уровне мы сразу снижаем нашу работоспособность и думаю, ну не будем сдавать, зачем тогда готовиться. А потом скажут, ну все сдаем. И я такая, ну и на самое дно. Сегодня нужно сделать математику, русский и английский. Но английский это я для себя. Надо бы заставить, знаете, себя, потому что я много раз говорю, что я учу английский, но хочу вам сказать, что результатов-то мало. Вот, пытаюсь себя заставлять, работать над собой, потому что... Ну, кто, как не я, могу это сделать? Правильно, никто. Поэтому давайте поднимем свою попку и пойдем. Вот так выглядит мое рабочее место, где я провожу больше всего времени. Надо включить свет. Здесь у меня, кстати, сидит Ричард. Всем хай. Здесь мой план один, который я расписала на вчерашний день, но я выдала не все пункты, поэтому он растянулся на 2, я считаю, этот. Здесь стоит моя вода. Также сюда я повесила вот такую цитатку, она мне очень понравилась. Она переводится как «Станция между твоими мечтами и реальностью называется движение». Хочу сказать, что мне очень нравится учить английский по песенкам. Я об этом уже говорила в Инстаграме. Кстати, подписываемся. Потому что чаще всего, знаете, мы просто подпеваем, что слышим. А на самом деле так классно, когда ты можешь четко попадать в слова и при этом знать перевод. Я так выучила несколько песен Гарри Стайлза. Кстати, карточки — это тоже очень классная тема. Это то, что я выучила, а это то, что мне нужно будет потом выучить. Это у меня идет именно характеристика человека. Мне легче учить именно по каким-то категориям. Ну, все ближе и ближе ко мне. Ты же мозаика. Котик. Ну, ёшкин, да, матрос, типа 18+. Ай бог, просто мне попадется эта долбаная шина. Я до сих пор не разбиралась, как это решать. А до экзамена месяц. Ну, короче. Прическа, конечно, у меня топ, короче. Я иду в магазин. Я пришла в магазин, уже взяла фрукты, яблоки и бананы. Не знаю, что еще взять. Чтобы не знать, я без ума от этих штучек. Но это опасная зона, в которую меня лучше не пускать, потому что я пытаюсь придерживаться правильного питания. Какое-то просто чудо. Такое возьму, вот письмо. Быстренько показываю, что купила. Во-первых, это бананчики, яблочки. Просто обожаю сорт Грини Смит. Дальше мои не самых любимых мюсли. Такой вот хлеб. Он с такой яблоком. Питьевой йогурт Эпика. Это йогурт для брата. Плавленый сыр. Мои любимые такие вот кашки. Ну, это просто жвачка Орбит. Какую-то вот такую вот овсяную десерт, не знаю, решила попробовать. Ну и не молоко, просто мне от молока обычно уже плохо, если честно, я пью его слишком много. Поэтому вот иногда позволяю там купить себе такое, чтобы немножко взять разгрузочный день. Сейчас нужно будет это все убрать. И время близится к обеду, уже почти 3, поэтому скоро еще пойду обедать. Математику, сделала даже русский, ОГЭ тестовую часть. Сейчас у меня будет workout. Я прохожу марафон от Хлоя Тинг. Здесь на каждый день разные тренировки. Вообще, я сегодня, по идее, должна отдыхать, так как сегодня 9-й день, вот. Когда отдых, я не отдыхаю. Я обычно делаю тоже какие-то упражнения. Мне очень нравится на ее канале тренировка на все тело, на жиросжигание, очень классная. И я немножечко засниму. Да, правда, мне нужно сейчас взять ноутбук и включить ролик. Так, я уже вышла из душа, время у нас сейчас уже 7 вечера. Вот, мама пришла уже с работы, принесла мне распечатанные фотографии. Я хочу поменять вот здесь вот картинки и вот здесь вот. Вот также хочу сделать карту желаний, поэтому здесь тоже есть всякие фотографии. Вот. Сейчас мне нужно будет это все вырезать, как видите, здесь очень много листов, поэтому я беру ножницы и начинаю работать. Я вчера сидела и составляла эту композицию очень долго. Вот так вот все теперь выглядит. Мне очень нравится, очень эстетически. И прям видно, что я повзрослела. Не знаю, но мне очень нравится. Любовь номер 1, любовь номер 2. Сейчас уже вечер, все планы я уже выполнила. Вот, включила гирлянду, здесь светильник. И сейчас буду смотреть фильм, который я давно хотела уже посмотреть. Называется «Призрачная красота». Вот, снимается Уилл Смит. И я решила писать на английском, с русскими субтитрами, конечно, потому что, ну, фильм достаточно сложный, мне кажется. Вы не подумайте, что я там фильмы и сериалы смотрю все на английском. Нет. Просто я иногда пытаюсь себя заставить, чтобы, ну, не знаю, лучше воспринимать речь на английском. Но на этом я, наверное, закончу свой влог. Я очень рада, что вы досмотрели его до конца. Спасибо вам огромное. Не забывайте поставить пальцы вверх, подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно. Также оставляйте свои комментарии, отзывы внизу в комментариях. Я всех очень сильно люблю. Спасибо. Пока.